Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Outlast 2. Ну вот, пробегаем, ребят. Outlast для коллекции. Мы с тобой где-то остановились, да, у нас забрали камеру. Время я засек. Вот, мы попали. Да. Оп. Да, хедшот, ребята. Неожиданно. Неожиданно я был не готов. Так, а что делать? Подождите. Тебе нужно помочиться, Ник. Я могу пошуметь, если ты не смеешься. Вы все слышали, говорит миссия. Понятно. А здесь, по-моему, надо сидеть под водой, да, насколько я помню. Насколько я знаю. Попытка номер 3, ребят. Возможно, у нас на этом серии сегодня и будет. Мы все слышим голоса, пошли. Если надо будет, я причиню тебе боль, Ник, вперед. Иди нахер отсюда, слышите? Я сейчас сдохну. Вон они. Так. А, взять больше нельзя. Ну, это как бы хорошо, как бы и плохо. О, камера. Чёртовы стервятники, сколько трупов вы уже подобрали. Опа. Я продолжаю возвращаться, что за чёрт? Я не знаю. Чё у нас сегодня, снеки? Понятно. Куда нам? Там еще какая-то записка, мы не будем ее читать. Это телефон? Да, это телефон. Он там где-то был справа, по-моему. Это? Нет. Не то. А где он? Я как бы слышу телефон, но... Да хорош. Да, блядь, где он? Как будто вот здесь должен быть. Мы умерли. Я, блядь, бегаю, телефон еще. Знаете, куда, по-моему, надо? А куда нам надо? Не знаю, я убегаю. И
Чё-то туплю, я что-то не понимаю, ребят. Даже так мне к телефону, блядь, надо или куда мне надо? Игра, ты чё меня заставляешь нервироваться? Да тихо ты, блядь. Хорош. Ну, отдохнул. Убежали. Слабенький. Вот что ли? Блядь, неужели? Hello? Привет, привет. Hello? Слава богу, ты жив. Сохраняй спокойствие, мы поможем тебе, мы вытащим тебя оттуда. Ты должен найти место, где спрятаться, безопасное место, где ты можешь вспомнить вкус ее поцелуя, когда ты почувствовал, как ее шея ломается, чертов ублюдок. Да ешь нормально. Ох, блять, а куда бежать? He's coming! Да я тоже зайду. Понял. Ой, ну и бредятина у нас здесь, папа. Ну вот. Так, а я как понимаю, мне все равно туда, да? То есть хочу я, не хочу? А мне куда вообще? Так, вот настал момент, когда я буду сейчас тупить. Может, там где-то подкоп есть? Под дом, под забор. Куда мне, блядь, надо? Ну, логично, что не к ним. Ну, просто по логике, да? Обожаю вот вас, игра богов. Так, куда ты убежал? А по сути, надо было просто выйти из здания и бежать налево. Так. Ничего страшного. А, нет, вот это уже хреново. Второе попадание нам трындец. Пошел нахуй. Так, надо перебинтоваться.
Так. Тут, короче, все убиты с помощью стрел. Не понял. Охереть. Бежим. Чё, блядь, из-за этих ног он дергается, блядь, когда бежит, мне не нравятся эти ноги, блядь, современная, сука, компьютерная графика. Ноги приделывают, когда, то есть он не плавно бежит, а вот он, если на камень какой-то наступает, то камера у тебя держится. Ты с нами, все в порядке, ты с нами. А проповедь еще не готова, мы запишем твое воскрешение, мы закончим твою проповедь. Да-да-да, мы возвращаем его на путь Бог. Его могила ждет. Схватите, схватите его, а когда он воскреснет, мы получим причастие. Понятно. Нас, в общем, это... закапывают. Нет, не надо, пожалуйста, нет, пожалуйста, не прошу. Чокнутые ублюдки, господи. Чё, давай влазить. Как Гоголя похоронили прям, ребята. Гоголя тоже живьем похоронили. Если ты в курсе. Ну. Да я ж касаюсь. А камера где? А камеру чё они не забрали? Так, нам куда? Горы, блядь, куда идти непонятно. Мой брат там что-то тыры-пыры. Пойдемте туда. Блядь. Пошел сюда. Ну, беги, ты че не бежишь-то? Под эти как его? Под пиздыши какие-то ползут, я не знаю, как их назвать. Очень интересная информация. Че, как темно? Чувак, короче, повесился, ребята. Нам надо... Вот, вот здесь я помню, надо будет его обязательно веревку идти искать. Нам нужно сразу искать, идти его веревку. Он повесился прежде, чем, чем я смог его остановить. Или она? Нет, нет, подожди. Не она. Он. Черт. Ну, то есть намек на то, что нашу жену... Вот это вот. Помните, нас там облизывали? Это мужик был. Нас облизывал мужичок. Если кто-то не знал. Так, нам надо будет туда. Нам к правой стороне надо. Это я помню, я тоже просто ступил, когда первый раз проходил. Ну, я вообще Outlast один раз проходил. Вот, и когда я проходил...
Шахта, это должно быть она. Как, черт подери, я спущусь туда. На веревке. На самом деле, ты мог бы спрыгнуть. Если уж... Черт, я не могу. Нам нужна веревка, короче. Только я не помню, где ее, как к ней зайти, ребят. Сайт лайт. Пошел ты нахуй! Вот она вот здесь. Залезь! Залезь, блядь! Бери. И пиздуем назад. А, сейчас надо еще спуститься туда, забрать ее. Драться он не умеет, да? А сучки видал какие? Толстущие, просто, блядь, отламывает. Я, говорит, драться не умею. А потому что если бы он драться бы умел, ребят, это же было бы не хоррор. Thanks. Спасибо. Это было бы, ребят, уже не хоррор. Остановите его, чертов ублюдок, не дайте ему сбежать. Танцуем. Хорош. Кидай быстрей. Прыгай. Да прыгай, что у вас за, блядь, за привычка все время назад оборачиваться. Всех, блядь, этих главных героев все время надо посмотреть назад. Где же там враг? Беги просто, да и все, блядь. Вот и все. Пришел ему конец. Чуваку из постела. Можно перевязаться? Да, первое, что бы я хотел бы сделать, второе, что я бы хотел сделать, это заснять великое чудо. Теперь мы почитаем. Мой отец умер через несколько месяцев после моей матери. Он был полностью здоров до ее смерти, а потом... Да, кстати, такое бывает, когда теряешь близкого родственника, то ты можешь, ну, болеть, люди начинают. Бывает такое, да. Великолепно, опять в школу. Крыша, возможно, я мог бы... Куда мне? Как идет сохранение. А нам куда? Я кнопку не успел, на там альт или что там, блядь, надо было нажимать. Сука. Пойдемте без камеры. Давай, иди сюда, красавчик. Беги, блядь, быстрее, приземляется он там. Снимать нету, так как здесь ничего не записывается. Так, а вот здесь куда нам?
Ищем подсвеченные места. А, я туплю. Ну как туплю? Нихера себе люк. Замечательно. Я вообще думал, куда-то на крышу надо. В тебе была ревность, в тебе был страх. Чё? У меня была ревность, во мне был страх. Так. Чё, посчитать надо, что ли, или чё? Веселенько мы видели. Ты тут не один. Это что за тентакли пошли? Используй микрофон. Джесс! Эй! Light of light. Jessica, can you hear me? And shed on me thy presence, bright. Блять, я верчу, я не вижу нихера. Kind and dear, quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. Oh light of light, keep me this night. And shed on me thy presence, bright. I need not fear. Art my savior, kind and dear, quick, the day is done. Light of light, keep me this night, and shed on me presence bright. Загадки, блять. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, да, kind and dear, quick, the day is done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. This way, Blake. Jess, are you there? Вот это у нас приступы. Вот это да. И... Я оттуда пришел или? А, я типа отсюда пришел, понял. Лейк. Озеро. Переберись на другую сторону озера. Хорошо, я не засуну и пальцы в эту воду. Тут что-то не так, с озером что-то не так. Да и с тобой, Блейк, тоже что-то не так. Не знаю. Драться не умеешь. Хотя сучки вон с толщиной с дерева ломаешь. Лодки, по-моему, нас здесь нет. Нам что-то надо, по-моему... делаешь. Значит, вам куда-то туда надо. По-моему, что туда.
что-то путаю. Сейчас узнаем. Не, в воду здесь мы не полезем. Так, здесь перекрыто. Это было, слышали? Такой звук, вот такой вот неприятный, знаете, довольно-таки звук. Что это за черт? Не знаю, там Франкенштейн такой, ощущение, вот это воскресить пытаются. Tower. Башня, радиовышка или радиорелейная линия, как это, возможно, цивилизация, радиорелейная линия. На секунду я подумал, что я могу не умереть. На секунду. Целую секунду это да. Так. Там местный вон сидит. Вот плот. Нам на плот. Help написано. Помогите. Да, help, ребят, переводится как помогите, если что. Я знаток английского, обращайтесь. Ты чё? Я видел, что там обрыв, я нажал пробел. Ну, видимо... Игра посчитала, что я не нажимал пробел. Чё, надо еще раз снимать? Нет, не надо. Игра посчитала, что я недостаточно нажал пробел. А вот сейчас она посчитала, что я достаточно. Видимо, не вовремя она посчитала. Ну, игра, она умнее меня. Я тупой. Они куда-то смотались, мне насрать на них. Мне насрать, что они там делают. Я поплыл. В жопу их всех. У меня есть задача, я плыву. Все, поплыли. Поплыли. Но моряки не говорят поплыли, они говорят пошли. Но мы плывем. Ага, туманчик. Ну я помню, куда плыть. Туда, по прямой. Так что вы меня не запутаете. Я плыву по прямой, я плыву по прямой. Ангельский свет. Вообще очень... О, рыба. Можешь, кстати, ручку. Вобла, вобла. Это знаки. Апокалипсис. Надеюсь, я просто схожу с ума. Давай, где лодка-то, плыви. Реши мне помочь. Пошел в жопу. Помогатель. Ты уже Джессике помог.
Давай быстрее, блять, план, ты что толком что-то не умеешь? Да жму несколько раз, блять. Ой. Ну, греби лучше, что, блять, вообще не гребешь. Я вообще не вижу, чтобы мы плыли на самом деле, он вообще не гребет. У нас течение вроде подхватило. Вообще он не гребет на самом деле, он хреновый еще и пловец. Драться не умеет, ничего не умеет. Все, нас подхватило течение. А мы снимать можем в этот момент? Нет. Понятно. Ну как, мы можем, но руки наши заняты. Тихо. Жалко, я что-то там подобие кого-то. Давай, давай, давай. Мужики какие-то. Да давай, блядь, да ты зачем, блядь, зачем ты бьешь, дебил? Зачем ты бьешь? Надо оттолкнуться, а не бить. Он бьет зачем-то. Не бить, надо отталкиваться. Ничего не умеет. Это они, они забрали Лин, я близко. Угу. Я почти на месте, Лин. Да-да-да, ты почти на месте. Культисты хотят ее смерти, те добрые христиане. Потому что Бог сказал, что она должна умереть. Но есть и другие еретики, хотят, чтобы она родила ребенка. Чтобы досадить Богу. Что они сделают, когда узнают, что ребенка нет? Я должен... Господи, Лин, я иду. Вон какие-то мужики стоят. А вот сейчас, наверное, бросать будут. Мы снимем потом это, чтобы правоохранительные органы отдать. Ох, да, потом это все пойдет, ребят, в правоохранительные органы. Все записи, все до единой. Трупов было так много, что... По их спину можно было перейти озеро. Почти забавно. Вот как ходят по воде. Ебать, да ты юморист. Убери нахуй. Да ты юморист у нас. Какие-то мужики куда-то пробежали. Нет, 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 нет. А мы вообще туда плывем? Нам не пора ли сходить, друг? Черт!
Черт, дерьмо, плот. Пожалуйста, не уплывай. Там, плот. Мне бы только перебраться. И как я переберусь? Как ты хочешь это сделать? Рыбка. Сушится. Да что такое? Извиняюсь. Чего тебя там смущило? Смутило? Убито как предупреждение или как приветствие? Возможно, нас так поприветствовали. Господи, ты так переживаешь за это все, как будто, блядь, первый раз это все видишь. Подожди, а я куда? Я назад, что ли, вышел? Что, блядь, произошло? Подождите. Подождите, я прошел по кругу. Не понял. Ой. Так, я шел сюда, подождите. Я запутался. Так, я шел сюда. Так, хорошо, я дошел. Хорошо. Что дальше? И зачем я сюда зашел? А. Попробуй догадайся. Да, как говорится. Ну. Life save. Чё? Красавчик. Ну и какой пресс. Смотрите, какой пресс у него. Вы чё? Да они тут это, за ЗОЖ. ЗОЖники, я думал, алкаши здесь одни, а здесь ЗОЖники. Вот это да. А я думал, алкашня одна. Серию надо закончить, сейчас доплывем и серию закончим. Кто-то орал, видимо, сзади кто-то прибежал. Давай быстрее плыви. Лавальщик. Нам, видимо, в пещеру надо будет, да, куда-то? О, мужики бегают. Паркурщики, зожники, я говорю, видите, как паркуром он занимается? Зожники. О, видите, как скачут? О, пошли, пошли скакать. А что вы хотели? Пресс-то такой у них. Все девчонки их, по-любому. Девчонки любят парней с прессом. Так. Да, блять, выровни. Замечательно. Да, блять, да камера. Почему камера-то не двигается? Ёбаный касценки. Это та шахта. Блин, что они с ней делают?
Они думают, что она чья-то мать. Они называли меня отцом. Но ведь я... У нас несколько месяцев не было. Это невозможно. Хрена себе. У вас несколько месяцев не было, ебать. Хреновая у тебя жена, значит. Бизнес-вумен. Ну, плыви. Да это, конечно, они криво сделали вот это плавание на плоту, на самом деле. Я просто в детстве плавал на плоту, ребят. Да, и на плоту плавается намного быстрее. Замечательно. Плавается намного быстрее. Блять. Блять. Засосало куда-то. Опять в сраной школе. Я вообще-то серию хотел закончить. Ну да ладно. Сейчас отсюда выберемся. Наверное. Снимаем в женском душе. Возможно, в женском, в женских раздевалках именно такое происходит. Мы не знаем. А зачем я это нахуй снимаю? Да-да-да, он идет. It's coming. Нет, не работает. А вон он идет. Кто-то убегает. Понял, убегаем. А, блять, да не моргай, ты бесит. Не знаю, кому как, ребят. А куда нам? Блять, а куда нам, ёптую не мать? Спасибо, что открыли. В любом деле надо что-то почитать, да? Просто так открыли. Первую батарею куда идти? Вон там горит. Ой, так, где что читать-то? Ничего не надо где читать, нахуя я зашел сюда? Зачем я сюда зашел? Непонятно. Да не моргай ты. На, теперь нам назад. Интересный. Давай, отдыхай уже. Ну, бегать не умеет, драться не умеет, ничего не умеет. Господи, я теперь понимаю, почему у тебя несколько месяцев не было. Я бы тоже тебе не дал. Я бы тоже тебе не дал бы.
А, типа, вот мы спаслись, получается, мы вышли из воды. Оставь меня в покое, не трогай меня, пожалуйста. Все, идет сохранение. Давайте на этом закончим. Ужас, ужас, ужас. Все, кровавая баня там началась. Ох, ебать. Кровавый дождь, ребят. Это точно апокалипсис. Это точно, ребята, апокалипсис. Raining blood. Льющаяся кровь, думаю, она стекала с ее туфель. Нет, просто я пытался не вступать в эту кровь, потому что не хотел потерять следы. Великолепно. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Продолжим. Всем до встречи, всем пока.